у нас тут много. На горку? Я да. Так, у них опять кто-то на воздухе, в воздухе есть, как минимум один, я вижу. Два. А ты на пушечном, да? Мессере? Три. Это не мессер, ну... Ну, хотя да. Можно сказать и мессер. По происхождению, так сказать. Это штурмовик. Нет. Ну, это же мессершмитт. Да, это мессершмитт. Только не истребитель. Да. Так, я не понимаю, кто вот это такое. А, это Ермолаев. Опять. Угу. А над вами там то ли Ермолаев, то ли тушка. Мы тут заметили, что на зенитках за советы сидят немцы. Чем немецкие модели в смысле? Да. Опа, как пролетел. Видел. B-25 разве? Да. Это совсем хреново. Там мыс уже прошел ближе к нашему респу, ну, в смысле, к точке А. Р-2 подбил. Красавец. Сбил. Да, сбил. Че дед? Дед, это клан, что ли? Дед, это наш полк. Наш полк? Ну да, я в полку дед состою. Еще одного сбил. Ил-10. Ну, летать не умеет вообще. Ну, я не умею, честно. Красиво ты его. Там еще одна дальше чуть-чуть. А это у нас что такое? B-25, что ли? Нет, это то ли Ар, то ли Ер. Ермолаева. Да, вижу.
Давай, мочи их там. А то разлетались. Ухожу на перезарядку, у меня 4 пушки. Я как раз над аэродромом почти. Угу. Давай. Очень много в событиях, в смысле в танковых боях сейчас пилотов, которые вообще летать не умеют. И техника не прокачанная. То есть понятно, что народ берет самолеты, поскольку надо брать самолеты. А поскольку на самолетах можно вылететь, они пытаются на них летать. Ну вот и получается то, что получается. У нас тут сложно филд расположен. И победа в наших руках. Еще ни хрен зайдешь, ни вдруг зайдешь на него. По мне стреляют. Не вижу откуда. На наш рез сейчас будут заезжать. Где-то Т-образный перекресток, там тяж. Со стороны, где наша зенитка стоит. Проиграли опять. Кто? Кто? Мы. Ну вон сколько народу. Взлетаю. Филд очень короткий. Ладно, я-то взлечу. А вот как Ермолаев с полной бомбовой загрузкой тут взлетит? Никак не взлетит, это точно. Соответственно, Ермолаевы тут не могут приземляться. Красава. Нас осталось четверо, нас трое и еще один наш на танке. А у них еще полкоманды. Мне ствол орудия повредили. Сейчас выстрелю, взорвется. Фига себе. Все. Ну все, нас слили. Угу.
Я на третьем месте, блин. А у тебя бомбы не цепляются, да? Не, 4 десятки не берут бомбовую. У немцев вообще все очень грустно со штурмовиками. Потерпели поражение. Возвращаемся на базу. Гуси снесли. Кому? Майну. М-м-м. Чего?